более функциональный, чем синтези, но и более модный. Поэтому здесь уже и стеклянные фасады с отражающим стеклом, и более сложная фактура, возможности каменных, лакированных или кожаных столешниц, полностью лакированные. Это камень? Это камень, называется дзечево, хорватский камень, очень. Новая модульная система мягкой мебели от Jean-Marie Massot. Диван Westside Jean-Marie Massot. Потрясающий, красивый, модульный, простой, элегантный и очень комфортный. Вот так восстанавливается прекрасно сиденье этого дивана. Вот такие красивые объемные модули, из которых мы можем создавать самые разноплановые композиции. Очень просто, очень чисто и элегантно. Великолепно держит форму диван, встаем, и материал позволяет ему подняться и вот держать вот такую красивую, четкую, очень выверенную форму. Опора на ролик. Две разные модульности подушки, две еще дополнительные подушки. Мондриан в двух размерах и во всех отделках. Тоже очень многообещающая. А у этого нет, да, такого механизма? Такого нет, поэтому глухие. Шпон и лак может быть. Да. И вот с этим же камнем сверху, например, да, здесь шпон или лак. Сюда можем класть любой шпон, лак, камень. Шикарно. Шикарно, безупречно, да, можно сказать? Однозначно. Ну, можно сказать о Wall System. Добавлено керамогранита, они уже в производстве. Да. Головокружительное открывание. Если бы нас здесь не ограничивала стена, оно бы было открыто еще более.
возвратным механизмом в стуле очень удобно, что мы можем повернуться, встать, и стул принимает прежнее положение сам. Нейра Сахара. Потрясающий красивый камень. Один из самых дорогих, но деликатных камней. Он не любит, когда на него проливают вино. Его нужно беречь. Просто красиво ставить и любоваться. 2,80 в деревянной версии столешницы раскладывается до 3,20, поэтому на четырех ножках элегантнейшая, мягкая, закругленная такая. Масштаб. Такая вот полочка, высотой с меня вот эта полочка, и сверху еще столько же. И здесь очень красивый, тонкий, а вот этот вот элемент, куда можно убрать пульт от телевизора, например, журналы спрятать. Как говорят, куда не сядешь, везде удобно, но здесь правда удобно. В гардеробных комнатах ставить вот такие вот прекрасные банкетки, это здорово. Если позволяет место, на ней можно и прилечь, и свалить целую кучу вещей, пока одеваешься. Комфортно. Такие вот детали, столики. Сколько нужно метров для такой гардеробной комнаты? Я думаю, 6 на 4. Хороший будет размер, да? Ага, компланарное открывание дверей. С мая имитация ткани, да? Да. С мая в производстве. Здесь стоит обратить внимание на новый оттенок технической кожи. Называется он ночёла. Прекрасно гармонирует с отделками, как внутренними, так и внешними. На этой композиции прекрасно видно, что Polyform делает акцент на внутреннюю составляющую шкафа тоже, когда возможности комбинации новых отделок. Открываем? Да, по вертикали. Это опция. Ключики – это опция. Ну да, больше возможно. Возможно, согласна. То есть опция с ключиком. Качество в каждой детали, вот если вы снимете вот так вот. Клёшно. Да, да, вот на тут. Той части. И там у нас та часть закрывается специально гофрированным материалом. Как бы не было видно на просвет, под стеклом все то, что скрывается внизу тоже. Давайте обратим внимание на петли. И в этом фасаде тоже называется, да, все то же самое, что мы видели на Ego Day, то же самое на Ego Night. Все тоже открывание. И плюс ко всему добавилась опция шелкографии. Это нанесенные тонкие. Два типа открывания, два разных типа фасада, работают на единой базе с единым габаритом глубины. Полуглянцевому лаку. Это новинка, которая будет 130-е открывание. Там пока. Вот здесь система вентиляции. То есть это больше, то есть это не как делают другие. Polyform запатентовал это на базе собственной полки. Это часть. Это дезинфицирование или это вентиляция? Это вентиляция, кондиционирование, чтобы не пахло. То есть это как устранение лишних запахов. Да, оно включается, оно выключается, оно бесшумное. Фильтр вынимается, стирается в стиралке, рассчитан на 6 годовых циклов. Опять же, обращаем внимание на устойчивые задние стенки. Казалось бы, всего лишь разница в 2 мм между 8 и 10, а уже не эта самая конструкция очень хорошо себя ведет. Опять же, кабель канала, о которых мы говорили. Итак, говоря о юбике, мы с вами здесь встречаемся с отделкой фурнитуры, которая называется «Шампань».
полки с подсветкой. В гардеробных и шкафах во всех модулях возможны выдвижные полки с стеклянной крышкой. Собственно говоря, система жалюзи сразу. Здесь представлены безумно эстетичные, хорошо очень подобранные стеклянные фасады, имиджи. Это все тот же трек, который имеет центральный удобный захват. На самом деле все механизмы выдвижные, рейлеры оцентрованы так и сбалансированы, что возможно легкое открывание за любой край. На задней стенке у нас с вами канва в сером цвете, новая отделка, но чело на полках. Теперь говорим о круглых полках или металлизированных в двух цветах лака, или в любой отделке цвета технической. О полках же, вот она, пожалуйста, та самая кожаная поверхность с металлическим обрамлением. Эти аксессуары у нас всегда были. Это высокая линейка для любителей хранить драгоценности и всякие. Это ардезия или шампань, в данном случае это ардезия. На фасаде возможно окисленное стекло, техническая кожа или ткань, лед. При использовании стекла на фасаде задняя часть будет обработана деревянной панелью, как бы, да, в стандартной окраске, совпадающей с цветом профиля. Внутри шкаф практически такой же, как и был, за исключением изменения цвета отделки, опять же, на ардезию, металл и фурнитура, на ардезию или шампань. И не в отделках. Это канва два цвета, светлая и темная. Новая отделка Elm, тот светленький материал, который мы видели как под дерево. Остаются у нас Spessart, Trovere Cenere и что-то еще. Конец. Орех. И орех. Вот. И потихоньку Elm будет заменять орех. В данном случае ассортимент внутреннего оснащения остается прежним. Полки стеклянные с подсветкой или без, деревянные с подсветкой или без, с металлическим торцом или без, с отделкой кожей или без. Ламинат под кожу. Примерно капланарное открывание и отделка дверей натуральной кожи. Нормально не цепляется, что иногда бывает не протолкнуть. Сламин. Вот. Вязок. Для любителей натурального. Запоминаем, что кожаные на отделки кожи. И вариантов очень много. Красота. Очень красивая.